Сегодня предлагаю вам приготовить интересную закуску – куриные маффины с грибами. Вот так красиво это выглядит. И, конечно же, очень-очень вкусно. Классическое сочетание – курица, грибы, сыр. Беспроигрышный вариант. И что немаловажно, готовить их быстро, легко и просто. Справится каждый. Такие маффины можно подавать на праздничный стол, а также готовить просто к ужину вместо надоевших котлет. С вами Татьяна. Всех рада приветствовать на моем канале. Для 10 порций нам понадобится 450 грамм куриного филе, шампиньоны 10 штук среднего размера, 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, приблизительно 50 грамм твердого сыра, 50 грамм йогурта или сметаны, соль, перец по вкусу и пучок укропа. Если нет ни сметаны, ни йогурта, можно заменить майонезом. Измельчаем куриное филе максимально мелко. Можно использовать и фарш, но я не рекомендую. С измельченным филе это намного вкуснее. Добавляем зелень и все остальные ингредиенты. Зубчик чеснока через чеснокодавку, сметану, яйцо, солим, перчим и все хорошо перемешиваем. Отдельно натираю на крупной терке сыр. Формочки я буду использовать силиконовые, смазывать их ничем не нужно. Если у вас другие, ориентируйтесь по своим. Весь получившийся фарш равномерно распределяю по 10 формочкам. Наполнять нужно приблизительно наполовину, может чуть больше. Посерединке в каждую формочку я утапливаю грибочек. Он должен утопиться почти полностью. Если шляпка очень сильно высоко торчит, необходимо подрезать ножку. Шляпка должна только верхушечкой выглядывать. Выпекаю при температуре 180 градусов в режим вверх-вниз без конвекции. Приблизительно 25-30 минут. Когда маффины практически полностью готовы, за 5 минут до готовности отправляю сыр. Смотрим, чтобы он не падал на листик и не пригорал. Я люблю очень много, поэтому накладываю максимально, сколько позволяют формочки. И запекаю еще 5 минут, пока сыр расплавится. Формочки с маффинами снимаю с листика, чтобы они быстрее остывали. Спустя минут 15 теплые маффины посыпаю зеленью и легко извлекаю из формочек. К ним они абсолютно не пристают. Друзья, если вы впервые попали на мой канал, на нем вы можете найти огромное количество праздничных блюд и для каждого дня. Выпечку и вторые блюда, салаты, десерты, закуски. Все рецепты, которыми я делюсь, опробованы мной многократно. Также на моем канале вы можете найти технологически сложные рецепты, которые я стараюсь максимально адаптировать под домашнюю кухню. И после того, как они проверены, опробованы и одобрены моими домашними, только после этого делюсь ими с вами. Обязательно обращаю ваше внимание на все нюансы и возможные трудности. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не потеряться. Нажимайте колокольчик, так вы всегда будете получать уведомления о выходе новых вкусных рецептов. На моем канале они выходят регулярно, несколько раз в неделю. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте, всю программовку, как всегда, вы найдете внизу в описании под видео. Всем приятного аппетита и до новых вкусных встреч!